Уважаемые жители Ульяновской области, от всего сердца поздравляю вас с великим национальным праздником Днем народного единства. Этот праздник воплощает мечту россиянина о великой и крепкой семье. Именно это качество всегда помогает и спасает великую Россию. Именно единство, жертвенность помогут нам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Особые слова благодарности хочу сказать всем тем, кто нам помогает в этой борьбе. Медикам, добровольцам, волонтерам, социальным работникам. Вместе мы обязательно победим. У нас живут более 120 национальностей, сохраняя свои культурные, духовные традиции. И это является неизменным залогом всех наших побед. От всего сердца еще раз поздравляю вас с этим праздником. Желаю крепчайшего здоровья, благополучия вашим семьям, исполнения всех самых заветных желаний. С праздником!